6 лет работала по методике Монтессори в детском саду. Я выучилась на нее, я сертифицированный Монтессори-педагог. Поэтому мне она интересна. Все 6 лет я на самом деле шла к ее углубленному пониманию. Все, что есть, это было поверхностно для меня. Пока я ушла в декретный опыт со вторым ребенком, я начала ее изучать именно в глубинный смысл и поняла, что это такое. Она очень похожа, она в духе детей, я бы так сказала. Вы понимаете, Мария Монтессори, она смотрела за детьми, она наблюдала за детьми, и все, что сделано ее трудами, принципы ее идей, это все в зависимости от наблюдения за детьми. И она говорит о том, что ребенок должен быть не просто, чтобы, как в школах, да, например, все съели, все сделали, нет. За ребенком нужно смотреть, у ребенка собственный путь развития. И мы должны создать ту среду, которая интересна ребенку. И он пойдет и выберет то, что ему сейчас, в данный момент, необходимо. Ему, может быть, не нужна сейчас математика, ему хочется писать, например, научиться читать. Пожалуйста, он пойдет и это будет сделать, потому что в среде это все есть. А ему хочется, например, помыть посуду. Пожалуйста, иди мой посуду. Он хочет подмести пол, иди подметай пол. Он хочет просто посидеть и отдохнуть. Пожалуйста, ты можешь сделать именно это. У ребенка есть выбор во всем. У него частая смена деятельности. И ему здесь интересно, потому что все сделано для него. Я до сих пор не верю, что мы на это решились. Все, что сейчас есть, это результат вот этой нашей двухнедельной работы вместе с Леной, нашим партнером, моим партнером, моим вдохновителем, которая была моей родительницей, которая ходила ко мне в группу на занятия вместе с ребенком. И вот мы начали искать, посмотрели несколько помещений по всему городу, и все, что мы видели, нам было не очень симпатично. Мы нашли это помещение и влюбились в него. Я поняла, что хочу здесь остаться, и хочу, чтобы мой ребенок развивался здесь.